Я, конечно, не верю в такое чудо, но очень хотелось бы. Прям это был бы разрыв полнейший, если мне так повезет. Давай. Италия. Что мы видим в этом наборе? Франция. Минди, что ли? Здарова, друзья, с вами Латкобусы. В сегодняшнем видосе я совместно с вами пооткрываю все самые новые наборы династии, которые у нас доступны в игре. Прежде чем я начну, я напомню каждому из вас, 25 тысяч просмотров за сутки набирайте, я вам смогу разыграть абонемент династии с карточкой 99-го центрального защитника Кинга. Друзья, но если вы вдруг захотите, например, абонемент не династии, а абонемент ретро-звезд, который у нас появится на следующей неделе, то без проблем его тоже вам могу разыграть на ваше усмотрение. Чтобы вы стали участником, вам нужно все лишь подписаться на мой YouTube канал, поставить палец вверх, написать в комментариях то, что Владос, хочу тебя получить бесплатно абонемент династии, Владос, хочу тебя получить бесплатно абонемент ретро-звезд. И обязательно вам нужно подписаться на мой телеграм-канал Влад Капуста, буду проверять на все выполненные условия. Не сделали что-то из условий, сори, придется дать другому человеку тот приз, который должны были получить именно вы. Ну а прежде чем мы начнем, я напомню каждому из вас, если вы испытываете проблемы с покупкой звездных абонементов, а также FK-поинтов, то все покупается официальным путем через меня, через мой магазин. Ссылка на него находится в описании для каждого из вас. Есть спорсом обновили двойное пополнение. Вы покупаете, например, 1000 FK-поинтов, на выходе получаете 2000 FK-поинтов. Покупаете 5000 FK-поинтов, на выходе получаете 10000 FK-поинтов и так далее. Все акции, которые доступны в магазине, вы сумеете также их найти у меня на сайте, либо же в моем магазине. Ссылки находятся в описании. После совершенной вашей первой покупки вы еще получаете гарантированно от меня подарок. Покупки доступны для всех стран СНГ. Нужная ссылка на мой магазин, а также на мой сайт находится в описании. Обязательно пользуйтесь и получайте все самое лучшее для себя, как всегда. Новый абонемент можно покупать официальным путем через меня, через мой сайт. Честно, абонемент максимально имбовейший, здесь находится карточка Маскерано, здесь есть FK-поинты и самое главное карточка 99-го центрального защитника. Прям максимальная имбулечка, вот прям всем-всем-всем вам рекомендую. За 14 дней можно получить этот имбичный абонемент, честно, стоит этого. Плюс еще и карточка Джонсона 94-я, которая в обмен идеально залетит. Офигенный абонемент, мне очень нравится. Сразу покупаю данный абонемент, ну потому что, ну блин, ну такую имбуличку взять и не купить, ну это будет странно с моей стороны. Честное слово. Покупка завершена. Абонемент династии покупается на мою основу. Друзья, победителям я тоже буду покупать эти абонементы. Либо покупайте все официальным путем через меня, через мой сайт. Все ссылочки находятся в описании. Абонемент династии куплен. Давайте соберем еще здесь награды. Очко абонемента 200 штучек. И очко династии еще дается. И здесь самоцветы 500 штук у нас. И очко абонемента династии 200 штучек. Давайте зайдем в раздел династии. Что здесь нам нужно будет делать? У нас есть ровно 210 очков. Переворачивайте плитки за очки династии, получайте награды. Ну давайте попробуем. Что же здесь будет у нас находиться? 50 жетончиков династии мы тратим. Ух, 300 самоцветов, хорошо. А ну-ка еще открываем. Кстати, как вам событие? Это мини-событие, друзья. Полноценное топовое событие ретро-звезд у нас появится на следующей неделе. Там будет прям вообще топовая имбулечка. Открываем. Набор династии. Ну, хорошо. А с Минди что делать? А, стоп, я понял, ни хрена себе. Нужно еще одного Минди выбить нам. Я так понимаю. Давай, Минди еще один. Походу нет, 200 тысяч монет. Нужно будет немного поиграть на фарме себе очки династии и после этого подкрывать все оставшиеся плитки. И в конечном итоге я еще и получу бесплатную награду 93 по 101. Здесь у нас карточка есть Пеле, Ривалдо, ну прям сумасшедшие игроки здесь находятся. Надо пофаниться 100%. Если пролистать правее, то мы с вами можем забрать на выбор карточку 98 цапника и ПП, либо же карточку 98 нападающего и нападающего Хойланда. Стоп!
Здесь можно еще получить карточку Маскирана бесплатно, офигенно. Я буду эту награду 100% забирать, а на ком пойдет ваш выбор, напишите обязательно в комментариях. Самоцветы, монетки. Здесь 65 по 74, 96 по 101, офигенно. А в конце Маскирану. Две карточки Маскирана получаем бесплатно. И плюс вы еще и в абонементе бесплатно получаете сколько карточек Маскирану? Две штучки. Если у меня побеждаете в конкурсе, либо покупаете через меня официальным путем абонемент, то вы еще дополнительно получаете 1, 2, 3, 4. Еще 4 карточки Маскирану, плюс еще FK Points. И самая главная карточка центрального защитника 99-го Кинга. Так что принимайте участие, либо покупайте официальным путем. А мы, друзья, давайте с вами пооткрываем новые наборы, которые у нас доступны в игре. 96 по 101. Начнем, пожалуй, с этого набора. Пеле, Ривалдо. Посмотрим, кого из них я смогу выбить. Так, достаточно много топовых имбовых карточек. Надо пробовать. Начнем с 3000 самоцветов. Думаю, за самики вот прям все что угодно может быть. Прикиньте, за самики выбью карточку 99+. Это будет вообще, ну, так интересно. А, здесь еще эффект необычный, Аргентина. Нап. Так не, ну, очень непривычно после предыдущих всех эффектов. 97 выпадает нам, но непродаваемая карточка, как ни крутим. Дальше набор 93 по 101. Я думаю, то, что эти паки, возможно, тоже стоит открыть. Хотя начнем с наборов за 500 FK Points. Ривалдо и Пеле. Я хотя не знаю, какая из них карточка мне больше всего нужна. Миллион монеток. Идем дальше, открываем пак. Что мы увидим в этом наборе? Франция. Минди, что ли? Я не знаю, что сказать. Сотый рейтинг тупов. Охренеть. Это сильно. Вот очень непривычно с этим вот эффектом. Я уже забыл, что такой эффект у нас существует в игре. Волкаута. Жаль то, что эта карточка... не продается. Я бы его с радостью продал бы на рынке. Но это очень сильный дроп, я так думаю. Прям супер сильный. Осталось бы как-то еще получить Ривальдо карточку и Пеле. Был бы разрыв полнейший, мне кажется. Лямчик. И открываем. Бонусный рок непродаваемый. Давай, выпади, выпади, 101. Давай по-братски. Нидерланды. ЦП. Из Фейенорда. Я не знаю, кто здесь. Понятно. Ну. 50 на 50. И, кстати, есть наборы там, где гарантированно продаются игроки, если выпадают. Давайте пробовать. А вдруг отсюда выпадет карточка 101 рейтинга. Я, конечно, не верю в такое чудо, но очень хотелось бы. Прям это был бы разрыв полнейший, если мне так повезет. Давай. Блин, Crystal Palace. 26 лямчиков. Новый промокод, с помощью которого вы сумеете получить бесплатно набор самоцветов, либо же набор игроков, я сброшу каждому из вас во вторник у себя в телеграм-канале Влад Капуста. Поспешите, потому что все промокоды у нас будут ограничены по времени. Есть шансы, то, что промокод себе будет содержать набор игроков, либо же набор самоцветов. Я подумал то, что мне Пеле карточка выпала. Я просто подумал то, что мне Пеле карточка еще и продаваемая выпала. Нет, забайтили, забайтили меня. Почему вот так они делают? Почему? Давай, пожалуйста, Пелешечка. Цопник. Хойланда карточка 93 всего лишь. И я хочу открыть набор 96 по 101. Мой самый любимый набор. Где есть шансы выбить карточку Веры? Надеемся на то, что здесь мне карточка Веры выпадет. Прям вот такая карточка мне пипец как нужна. Лямчик, как всегда. И открываем дальше. Открываем дальше. Опа, эффект необычный. Максимальный эффект необычный был, но здесь ничего годного не будет. Вы же сами, думаю, видели то, что прям
что-то супер интересное было с эффектом. Эдисона Кавани карточка. Лимит предметов. И нельзя больше открыть, что ли? Да. Надо кого-то закачать. Хойлунда могли бы закачать по полной. Так, Райса, тренировка. Закачаем вот так вот его. Возвращаемся в магазин. Набор 96 по 101. Я должен, я обязан это сделать. Пожалуйста. 101 карточку выбить. Сотую мы уже сегодня выбили. Нужно 101. Прям очень надо, чтобы годная карточка выпала. Прям по-братски. Е-спортс. Хорошо. Хорошо. Не, ну чуть-чуть не то, но тоже достойно. Почему бы нет? 96-й. Ну и последний шанс на удачу. 95 по 101. Пробуем открыть этот пак. 100 тысяч монет. И вот в этом паке я прям чую удачу. Англия. ЦЗ. ЦП. Из Аякса. Рейтинг у нас какой? 97-й. Пооткрываем еще немного наборов на моем твинке. Посмотрим, что здесь будет падать. 96 по 101. 200 FK поинтов я готов начать тратить. Надеюсь на то, что я смогу на твинке выбить карточку 101. Пеле либо Жеривалду. Давай, по-братски, выпадите мне. Минди карточка уже выпадала. Я потратил 3000 самоцветов, при том, что у меня есть 500 тысяч FK поинтов. Но хочу проверить, что за самоцветы выпадают. Выпадет ли карточка 101? За самоцветы иногда топ-карточки выпадают. Аргентина. На. Блин. Ничего годного нету. 97-я, идем дальше. 97 по 101, два набора. Смогу ли я затащить 101-ю, как думаете? Мне очень нужна 101-я. На твинке. На твинке тоже скоро начну играть, потом я свою основу разыграю, чтобы было интересно всем вам. Только будет для подписчиков моего телеграм-канала, друзья. Так что обязательно подписывайтесь. Так. Тупой. Да ё-моё, ё-моё, второй раз та же самая карточка, второй раз забайтили меня. Ненавижу, когда меня батят eSports. Вот самое главное, два раза на двух аккаунтах та же самая карточка выпала. Лямчик монеток. Бонусный игрок. Давай. В этот раз 101, 101. Да, да ну что это за прикол? Почему? Почему? Не смог. Пытался, пробовал, но не смог. 96 по 101. Откроем эти наборы хотя бы на твинке. Я думаю, то, что в этих паках получше дроп будет. 100%. Вот прям уверяю вас. Вот получше дроп будет. Вот обязан быть топ дроп. Италия. ЦЗ. 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 Вот говорил то, что покруче дроп будет в этих паках, чем в новых династиях, которые вышли у нас. Вот это вот я понимаю, дропище такое. Блин, вот, но вот это вот кайф. Предыдущий пак я что открыл, ну такое себе дерьмо редкостное, прям вот вообще не понравилось. Эти паки по кайфу. 500 FK поинтов тратим. Давайте еще одного 101-го. Вот это вот будет просто красотень. Лямчик. Друзья, обязательно принимайте участие в моем сегодняшнем конкурсе на ютубчике и в телеграм-канале Влад Кабуста, чтобы вы стали бесплатным обладателем новенького абонемента. Династия с 99 карточкой, плюс еще FK Points и 7 карточек Маскерано. Всем вам рекомендую. Аргентина, здесь, ну, ничего не будет четкого. 96-й. И последний шанс. 95 по 101. Давайте мы потратим, ну, 200 FK поинтов, почему нет? 100 тысяч монет. И открываем этот набор. В этом паке тоже иногда годнота падает. Здесь, походу, годноты уже не будет точно, но что есть, то есть. 95-й, вида. Давайте два таких пака открою. Почему бы и нет? Один набор за самоцветы, второй набор за FK поинтов. Попробуем. 93 по 101. Здесь продаваемая карточка выпадает. Так, стоп. Здесь еще и сразу. Не понял. С эффектом ЛП.
Морез, что ли? А, нет, Лопес. А, нет, бляха. Непривычный пак. Смотрим, что будет падать. Из Румынии. Цопник. Здесь тоже невысокий рейтинг, 93-й. Друзья, но я очень надеюсь на то, что вам понравились сегодняшние наборы. Обязательно лайкайте мой видос, подписывайтесь на мой YouTube канал, а также на мой Telegram канал. Принимайте участие во всех конкурсах, которые я для вас сделаю. Покупайте звездный абонемент, если, конечно, вам нужна 99-я карточка. И получайте удовольствие от этой игры. С вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока!